«Реализуй свою идею» – так называется конкурс социально значимых проектов, организованный администрацией Искитимского района совместно с ресурсным центром общественных инициатив. Около десятка разных проектов было представлено на прошлой неделе на суд конкурсной комиссии. Какие из них получили финансовую поддержку, смотрите в нашем сюжете. От идеи до проекта путь непростой. 9 инициативных групп из Легостаевского, Тальменского, Степного, Чернореченского, Евсинского сельсоветов и рабочего поселка Ленёво его преодолели. Первый этап – оценку экспертов они прошли накануне. Сегодня свой вердикт должна вынести конкурсная комиссия. В числе предложенных идей – установка уличных тренажеров на одной из придомовых площадок в рабочем поселке Ленёво, благоустройство села Легостаева, создание музея в клубе села Старый Искитим, обустройство спортивной площадки в деревне Шадрино. Эксперты оценили положительно все проекты. Количество баллов самое наивысшее — это было тальменский проект «Умная теплица». Такую теплицу придумали педагоги тальменской школы. Она оснащена системами управления, которые в автоматическом режиме должны удерживать параметры, необходимые для комфортного произрастания саженцев. Это оптимальная влажность, освещенность, температура воздуха и почвы. Мы с ребятишками за лето сделали макет такой умной теплицы. На этом макете, в общем, мы сумели добиться работоспособности всех этих систем, то есть мы на макете апробировали их, вот, а сейчас, летом, мы планируем их уже в реальной теплице смонтировать, с тем, чтобы где-то к концу февраля следующего года мы эту теплицу могли запустить и уже начать получать первую продукцию. В качестве продукции авторы идеи видят не только привычные овощи, но и саженцы хвойных растений, рассаду цветов. Первые шаги для реализации задуманного тальменцы уже сделали. Дмитрий Князев рассказал, что на пришкольной территории уже разбит питомник, установлен каркас теплицы, а участие в проектной деятельности позволило найти дополнительные финансовые средства.